Украинских беженцев не могут разместить в Саратовской области из-за отсутствия условий. Об этом сообщает информационное агентство «Четвертая власть», ссылаясь на некого источника близкого к МЧС региона. В новости говорится о том, что на прошлой неделе, когда встал вопрос о приеме беженцев из Украины на территории Саратовской области, в региональном правительстве хотели создать многотысячный лагерь для беженцев. Однако впоследствии, подсчитав, во сколько это обойдется, умерили аппетит до 300 вынужденных переселенцев. В минувшую пятницу из Самары уже должна была прибыть первая партия из 120 человек. Однако в последний момент приезд пришлось отменить. В регионе оказались неподготовлены места для проживания беженцев из Украины. По имеющейся информации, правительство проводит спешный ремонт в местах, где планируется расселить вынужденных переселенцев с востока Украины, в том числе в пансионате «Заря» под Саратовом. Помимо этого, региональные власти ищут новые места, в которых можно будет принять переселенцев. Между тем, информационному агентству «Взгляд.Инфо» Михаил Горемыко, а именно он возглавляет штаб по вопросам переселенцев в регионе, комментировать ситуацию с размещением беженцев из Украины отказался, объяснив свое нежелание тем, что тема очень тонкая. Также Михаил Горемыко подтвердил, что в наш регион организованно не прибыло ни одного беженца из Украины. Подробнее ситуации смотрите в ближайшем выпуске информационной программы «Новости 24 Саратов».